Добрый вечер всем, кто столкнулся с трудностью вот такой вот травки, которая растет между стыками плиток. Хочу предложить такой способ. Просто подложить пленку, которая продается в Леруа Мерлен, полиэтиленовая. Вот. Это можно сделать. Конечно, эти плитки небольшие, но на самом деле они довольно тяжелые. Но ничего, с этим можно справиться. Посмотрим, что будет через неделю. Не прорастет ли здесь трава. В этой пленке нет абсолютно никаких дырочек. Она уже у меня дома использовалась при ремонте, как укрывочная. Вот, остатки я еще сюда положила, потому что там прополола. Смотрим, что будет. Здесь помидоры на одной стороне, на другой тут огурцы. Очень жарко сегодня. Жду от вас лайки. И всем пока-пока.